马上画啦。Приезда в Малайзию я не отмечала китайский Новый год. По понятным причинам у нас не отмечают этот праздник просто. И приехав в Малайзию, познакомившись со своими друзьями из Китая, с Кореи, с разных стран Азии, они меня ознакомили с этим праздником, рассказали о традициях, об истории. И мне настолько очень понравился этот праздник, что я стала с ними также отмечать этот праздник каждый год. Это действительно настолько колоритный праздник, который очень красивый, очень с интересными обычаями, традициями, которые вас завлекут прям в миг. И вот эти красные фонари, я просто влюблена в них. Вот честное слово, я очень люблю, как они украшают, как вообще празднуют традиции, все. В этом году мы отпраздновали китайский Новый год с брендом Lancôme. Это был действительно очень классный праздник, который мне очень понравился. Он был огромный, насыщенный. И, наверное, я гениальный человек, который снял видео на Snapchat. И я думала, что так будет лучше, так красивее будет выглядеть. Но оказалось, что портится качество. Да, кстати, к нам также приехала кей-поп группа Seventeen. И дальше вы увидите их видео. Представляете, ребят, китайский Новый год мы отмечаем больше месяца. Это просто самый большой праздник, который я знаю. И каждый день какие-то мероприятия, каждый день что-то новое. Я помню, я каждый день ходила на всякие мероприятия от разных брендов. И если вы следите за моим инстаграм, то все это увидели уже давно. Конечно, я хотела все это выложить сюда в видео, но я поняла, что это видео просто потом получится огромное, и это, не знаю, я бы не смотрела часовое видео, которое вот просто про китайский Новый год был бы. А так я решила вам показать декорации и просто показать вам, как празднуют в Малайзии. Также хочу от себя сказать, что больше всего мне в этом празднике нравится этот танец львов. Это очень красиво, и обязательно досмотрите видео до конца, потому что в конце я выложу танец львов, и вы сможете увидеть, и также несколько их традиций. Ну что ж, ребят, сегодня в нашем резиденции решили отметить китайский Новый год. И, конечно, я тут, и хочу посмотреть, как они вообще празднуют. До этого я праздновала со своими друзьями. Но сегодня у нас будет вот такой вот мини-праздник от нашего резиденции, где мы живем, и это очень интересно. Так что я вам сейчас все сниму, также покажу. Так что оставайтесь со мной. Thank you.
Thank you.